пятой серии Людмила пытается подружиться с Юлей и понять, кто ее подослал. Она советует Роману, как себя вести с Кариной, предлагая до ее возвращения ничего не говорить об отмене свадьбы. Сергей вспоминает свою первую любовь. Мать Юли пытается найти дочь. Она не может поверить в то, что ее увез сын Сергея Боровикова. Юля и Рома переезжают жить в старый дом Боровиковых. С ними едет служанка, которая должна все докладывать Людмиле. Юля и Рома проводят ночь вместе. Ирина сообщает Сергею, что Юля его дочь.